Всем салют, в эфире прослушка. Итак, сегодня замечательный день. У группы Скриптонит вышел клип на песню «Подруга». И я купил билет на концерт Ace по Rocky в Москве 10 июля, где будет выступать Скриптонит. Не группа Скриптонит, а просто Скриптонит со всеми своими бенгерами. В общем, я сегодня безумно рад, и я вот записываю прослушку на этой радости. Я не знаю, что нас ждет. Я думаю, будет очень стильно, круто, красиво. С таким, ну, такой, видите, как бы по стоп-кадру VHS такое, типа, качество, короче. Вот. Прошлая работа «Глупые ненужные» мне очень понравилась. И по клипу, и песня, она у меня до сих пор, короче, есть. Я надеюсь, то, что подруга оставит те же самые впечатления. Я не могу уже терпеть. Давайте слушать. И смотреть. Вот это платье. Офигенное вообще. Крутая модель. Фух. Охренеть, вот это вид. Так, вылазь. Это ты что, скинул труселя? Нет. А что? Подожди, она же без ничего заходила, по-моему. В руках ничего нет. А что ты могла снять? Тьфу, идиот, блин. Конечно же, туфли. Так, стоп. Где я был-то? Так, вот, все. Вылазим. Камера круто не снимает, самое интересное. Я вот что вам скажу. Так, мужики какие-то. Папики. Очень круто, вообще прикольно. И подруга. Твоя честь, подруга. Такие папики вообще. Вот специально как будто собрали таких. Да-да-да. Любите вы таких девочек. И женщины сидят там. Я, кстати, не понимаю людей, которые не могут расслышать, как бы, ну, вот конкретно в этой песне, по-моему, все очень понятно по тексту, и все можно расслышать. Вам, наверное, надо уши прочистить. Не знаю. Ну, давайте дальше слушать. Ну, модель вообще красотка. Я ее сейчас найду. Пацанчики! Такая молодец девушка. Пацаны, забор-то вот кончился здесь. Вы могли обойти. Лучше повисеть. Хороша. Напоминаю, какой мотив какой-то французский, да? Блин. Посмотри, какая она крутая.
же был момент в фильме, не помню, как называется, короче, там Кэмерон Диаз танцевала. Да, и папики все такие сидят. А нет, не сидят, уже выходят. Да, нахер ты нам нужна, скажешь, ты пошли, они. Ну, так вот бывает, одна осталась, никому не нужна. Грустненько тебе. Грустненько. Охренеть вообще. Ну, блин, круто. Все, как я и предполагал. Красиво, стильно. С VHS эффектом таким. Очень понравился момент с... под столом. Не буду скрывать. С роялем. И с тем, как она снимает свое пальто. Сейчас. Вот этот момент вообще просто очень крутой. Фау, фау. Пацаны поют. Вот, ну и вот ее макияж, это вообще просто вау. Я в тебя влюбился. Так, а кто у нас это? Сейчас мы найдем модель. Очень круто, очень круто. Тебя ведь не учили этим танцам. Тогда где ты их взяла? Кто тебя учил так улыбаться в стакан? Пам-пам. Валерия Караман. Все очень просто, чуваки. Заходим на Genius и смотрим. Так, Валерия Караман. Инстаграм. А, так это она снималась у пошлой Молли в клипе. Ну что, ребята, вы готовы? Очень, кстати, тоже прикольный клип. Посмотрите, если не смотрели. Она там тоже красотка, этот момент там с толстяком. Вообще, я прям смотрел так, фак, ладно, не будем об этом. Спасибо большое группе Скриптонит. У меня появился новый трек в аудиозаписях. Клип очень красивый. Я повторюсь, мне очень понравился он. Я надеюсь, вам тоже. Можете тоже написать в комментариях любимые моменты из клипа. Но вот у меня однозначно этот момент с роялем, столом, пальто и вокруг геликов, где вот она прям, где ее лицо крупный план. Вот, в общем, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки. И ждите еще больше прослушек. Check it out!